Песни композитора Евгения Птичкина исполняли известные певцы советского времени. Репертуар музыканта разнообразен, но главным мотивом в творчестве была любовь. Лев Лещенко и Анна Герман спели в дуэте самую знаменитую песню «Эхо любви», которая вызывает приятный трепет у тех, кто ее слышит. Конечно, вот Анна Герман сейчас вообще у меня даже задрожала вся. Эта песня «Эхо любви», ну просто, ну радость одна, душевная. Сотрудник историко-культурного центра Ирина Москаева – музыковед. Подобные ретро-вечера она проводит каждую неделю, где в лекционном формате гости узнают о деятелях музыкального искусства. Сама Ирина Васильевна впечатлена творчеством Евгения Птичкина, песни которого любит до сих пор. Он писал музыку для фильмов, для мультфильмов, многих мультфильмов. Вот. И то, что мы сейчас вот набрали, то, что мы хотим, чтобы это звучало, это дорогого стоит. Виталий Рубинский – постоянный гость ретро-вечеров. Все лекции он записывает на мобильный телефон. Виталий Григорьевич признается, то, как Ирина Москаева организовывает мероприятие, вызывает у него уважение. Это большого труда стоит вот все это собрать и показать людям. И я, конечно, очень доволен, что вот она вот так вот все это делает. И, конечно, я думаю, всем это очень интересно. Лирические мотивы и задорные песни погрузили пришедших на встречу в воспоминания о молодых годах. Песни Евгения Птичкина знал каждый, однако многие из гостей впервые узнали о биографии композитора. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.